Всем привет! Продолжаем моделить нашу канистру. Перейдем под объекты точки и попробуем соединить вот эту точку с этой. Получилось. Удалим ненужное ребро. Попробуем сделать там вот этот вот, здесь тоже как идет, как полуребро такое, но его плохо видно. Но здесь заметно, что видите, ну, как здесь такая площадка есть. Попытаемся ее тоже повторить. Выдвинув ее таким вот образом. Сделаем скос, чамфер. Теперь здесь у нас какая-то бинда. Значит, не должно быть многоугольных полигонов, имеется в виду трехугольный полигон допускается. Четырехугольный лучше всего. А вот такой вот, это уже плохо, потому что появляется даже при сглаживании турбосмусом звездочки некрасивые. Постараемся это все выровнять. Ну, вот что-то похоже на площадку получилось у нас тут.
инструмент CAD, это он режет. То есть там, где мы проводим и доходим ли до точки, ли до ребра, он соединяется с этим и за собой тянет ребро, то есть режет по нашему объекту. Думаю, вот эту точку надо перенести как-то вот сюда. Может быть, на это ребро вот можно добавить чамфер. Вот здесь тоже, видите, в треугольник превращается. Мы сейчас сюда его отведем. Это ребро удалим. Вот получилась петля. Ctrl-S. Горячая кнопка сохранения. Не забывайте сохранять вашу модель, дабы не упустить момент, когда выключится свет или же еще какой-то катаклизм произойдет в квартире. Кот запутается в проводах или еще что-то, и вся ваша работа рухнет. Значит, можно выбрать определенные полигоны и нажать на клавишу Make Planar, сделать плоским, дабы еще как бы сильнее попытаться выделить вот этот вот скос. Ну, с этой стороны вообще она круглая, то есть вот эти ребра нам нужно раздвинуть. Здесь у нас очень острое получилось, там такого нет. В этом месте. Вот видите, у нас здесь пятиугольник получился. Раз, два, три, четыре, пять. Соединим. Таким вот образом еще. Сюда его вот здесь вот идет скос такой необычный. Ну что же, эту часть я заканчиваю. Спасибо, что смотрите мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.